Сотрудничество Казахстана и Евросоюза усиливается с каждым днем. Об этом в Брюсселе, подводя итоги работы в уходящем году, заявил координатор по сотрудничеству в Центральной Азии Департамента Европейской службы внешних связей Пьер Баргольц. Он отметил, что программы поддержки казахстанских реформ в области образования, системы судопроизводства, борьбы с наркотиками и развития здравоохранения привели к реализации очень важных задач. И в этом году Казахстан и Совет Европы подписали соглашение о расширении сотрудничества. В этом году мы приступили также к адаптации двух новых программ, находящихся в центре внимания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Это касается будущего всей планеты, развития зеленой экономики. Казахстан разрабатывает и реализовывает очень эффективную зеленую политику для последующих лет. Как мы знаем, ваша страна проводит масштабную выставку «Экспо-2017», и мы надеемся, что это будет огромным вкладом Казахстана в эффективное мировое сотрудничество по улучшению климата и развитию альтернативной энергии. Мы приветствуем все эти инициативы и намерены и дальше продолжать нашу совместную работу.